Всем привет! Я сегодня приглашаю вас на домашнее видео. Покажу орхидеи и покажу нашего венецианта. У дочери тоже есть собачка Йорк. В общем, доброе, милое видео. Посмотрите, у меня открывается последний бутон. О, Росия глоссума. Покупала на бутонах, переживала, зацветет ли. Да, зацвел. Думаю, у всех сейчас по России очень жарко, поэтому сильно переживала. Все случилось, все хорошо. И интересно, сколько же он будет держать свои цветочки. Обрабатывала это пазухах пудры чистотел. Есть новый рост. Цветет она, я уже показывала, именно из нового ростика. И достану. Вот видите, он как косичка такой. И надеюсь подружиться. Вот тут что-то еще растет. Не пересаживала, не трогала, верхний грунт немножко убрала и добавила мох. Это все, что я для него делала, пока только поливаю. Пучок вот таких красивейших цветов. Ближайший родственник психопсиса, Росия глоссум, или как его прозвали? Клоун. И еще я сегодня хочу показать ответ на вопрос, как я закрепляю цветонос на дугу. Мне очень нравится, когда цветонос направлен на дугу. Это как-то празднично, торжественно, красиво. Вот как делаю это я. Стал расти цветонос. Я его сначала вот такой проволочкой, потому что проволочку можно расстояние, видите, регулировать, потихонечку поджимать к дуге. Тем более, что цветонос сначала же всегда мягенький, а потом уже зацепляю клипсой. Но дуга, вы видите, вот аж где будет изгиб, а уже, я так понимаю, начинают формироваться бутоны. Это орхидея Клеопатра. Обычно у нее толстый, шикарный цветонос, много цветов, но опять же, даже в Сибири, в Омске, стоит очень жаркая погода. Я вообще удивилась, что она собралась цвести, но что из этого получится, не знаю. Хотелось бы, чтобы как минимум вот здесь был первый цветочек, а не вот здесь. Покажу еще одну орхидею. Это мы на Уценке покупали в Экофлоре Фрагмопедиум. И зацветать он собрался у меня впервые. Как же долго он формирует свой бутон, или их тут два. Сейчас покрупнее сниму максимально. На телевизоре хоть посмотрю, потому что очень уж мелко все это. Цветочек, я так понимаю, будет совсем-совсем не крупный. Но башмаки я обожаю. Буду бесконечно рада цветению. Кто
На удивление долго магазины и цветочки держат Леодора, как мы называем, мутант. Вот с этими двумя цветочками я ее покупала. Этот голову вниз опустил, но держится. Яркий, очень даже яркий. Я уже делала сравнительное видео с цветением своей Леодоры. А вот это, наверное, все-таки пилорик. Видите, отличается. Видно, что губа. Не знаю. Остался он у меня так и живет. Думаю, когда-то одновременно зацветут с обычной Леодорой, и я поставлю их рядом, поснимаю. Такое видео есть из Экофлоры, когда они пришли. Я ставила рядом трилипс, бабочку и обычного цветения. Не знаю, ляжет она у меня или нет. Обычно Леодора у меня на бок ложатся. В данный момент у меня гостит вот такая нереальная орхидея. Это камбрия. Свеженькая, яркая, необычная, с очень приятным запахом. Она погостит и уедет. Вот такой разнообразный мир орхидеи у меня дома. Но, как правило, те, кто любит растения, орхидеи, любят и животных. Так, у меня дома есть бантик Йорк, девочка, а у доченьки венециант, Венечка наш любимый. Видео домашнее предлагаю посмотреть кусочек их прогулки. Со стороны это смотрится очень мило и забавно. На самом деле, естественно, такую секунду мы мигом подхватываем собачку, чтобы она этого не делала. Доча позволила Венечке такую шалость, но, естественно, потом мыла долго, убирала ненужные запахи. Ну а с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.